Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного, прекрасного, далеко тебя вижу. Бедно, разбросанно и неприютно в тебе. Не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства. Открыто, пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки, неприметно торчат среди равнины невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взора, но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне, что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полное ожидание очи? Еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшные силы отразясь во глубине моей. Неестественной властью осветились мои очи. Какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Варвар! Ишь, куда ползет Бонапарт проклятый? Ой. Ну что ж ты, Селифан? А что? Гусь ты! Да как ты едешь-то? Да что, барин? Время-то такое, что кнута не видишь. Такая потьма. О, ворона! Держи, держи, а опротивишь! Да нет, барин, ну как можно, чтоб я опротивил? Это нехорошо опротивить, я уж сам знаю. Уж я никак не опрокину. Да ты что, ты пьян, мошенник? Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, там нет худого. И закусили вместе. Закуска не обидное дело. С хорошим человеком можно закусить. А что я тебе сказал в последний раз, когда ты напился, а? Забыл? Нет. Нет, ваше благородие, как можно, чтоб я позабыл?
Я уж дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что... А! Ну, чубарай! Да, потряхиваешь ушами. Хитри, хитри. Вот я тебя перехитрю. Ты дурак, слушай, коли говорят. Я тебя невежа не стану дурному учить. В один день подошед к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой холодного чая в руках, молодой помещик Андрей Иванович Тентетников заметил во дворе некоторые движения и некоторую суету. Поворчонок и поломойка бежали отворять ворота. В воротах показались кони, точь-точь как лепит или рисует их на триумфальных воротах. Морда направо, морда налево, морда посередине. В бричке сидел господин в картузе и шинели, закутанной в косынку радужных цветов. Когда экипаж поворотился перед крыльцом, господин необыкновенно приличной наружности соскочил с быстротой и ловкостью почти военного человека. Приезжий был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел. Как видно, не без бури тревог был для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поизветшал, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Но выражение лица, приличие, обхождение остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах. Что же касается до той надобности, ради которой Павел Иванович объезжал пространную Россию, то есть до мертвых душ, то насчет этого предмета он сделался очень осторожен и деликатен. Остановившись у Тентетникова, Павел Иванович нам показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. С хозяином он сошелся совершенно. Беспристрастно сказать, помещик не был дурной человек. Он просто коптитель неба. Так как уж немало есть на белом свете людей, которые коптят небо, то почему бы и Тентетникову не коптить его? Молодой 32-летний человек проводил время один-одинешенек в целом мире, сиденьем в халате без галстука. Ему и не гулялось, и не ходилось, не хотелось даже подняться вверх, не хотелось даже растворять окна, чтобы забрать свежего воздуха в комнату. Вот так и живу. Один. Уединение, Андрей Иванович, питает великие мысли в человеке. Никуда не спешу. Неторопливость обещает столетнюю жизнь. Скучно. Ах, у вас все есть, Андрей Иванович. Одного только не достает. Чего? Подруги жизни. Не право, Андрей Иванович. Вам бы очень не мешало жениться. Как не переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться. Впадайте в ипохондрию.
всем надо родиться счастливцем, Павел Иванович. Тут неподалеку есть имение генерала Бетрищева. Генерал живет генералом, хлебосольствует, любит, чтобы приезжали изъявлять ему почтение. Прибыв сюда из Петербурга, я тоже явился к нему с визитом. Но не в этом дело. Имеет он дочь. Так? Так-так? Существо мною дотоле невиданное. Живое, как сама жизнь. Зовут ее Уленька. Весьма поэтической. Ах, Павел Иванович, Павел Иванович, неизъяснимое новое чувство вошло ко мне в душу. Скучная моя жизнь на мгновение озарилась. То-то я замечаю, Андрей Иванович, что вы все рисуете какие-то женские головки, одна на другую похожие. Ну, а позвольте полюбопытствовать, что же сам генерал? Генерал сначала принимал меня довольно хорошо и радушно. Но сойтись между собою мы не могли. Почему же? Разговоры наши оканчивались спором и каким-то неприятным ощущением с обеих сторон. Генерал не любит противоречий и возражений, а я со своей стороны тоже человек щекотливый. Разумеется, ради дочери прощалось многое отцу, и мир у нас держался, покуда... Я не наскучил вам? Помилуйте, познавать свет, коловращение людей, есть, так сказать, живая книга, та же наука. Так вот, мир у нас держался, покуда не приехали гостить генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина. С самого их приезда показалось мне, что генерал стал ко мне холодней, не замечал меня, да? Или обращался как с лицом бессловесным. Говорил мне как-то пренебрежительно: любезнейший, послушай, братец, и даже представьте себе, ты. Как-с? Ты. Это, наконец, меня взорвало. Скрипя сердце и стиснув зубы, я, однако же, имел присутствие духа сказать: «Благодарю вас, генерал, за расположение. Словом, ты, вы меня вызываете на тесную дружбу, обязывая и меня говорить вам «ты». Но различие в летах препятствует такому фамильярному между нами обращению». Разумеется, с тех пор знакомство между нами прекратилось. По какой же причине? Я не желаю сносить оскорблений. Андрей Иванович, помилуйте, какое же оскорбление? Что ж тут оскорбительного в слове «ты»? В самом слове нет ничего оскорбительного. Не в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбление. Это значит, помнишь, что ты дрянь? Я принимаю тебя, потому только что нет никого лучше. А приехала какая-нибудь княжна Юзякина, ты знаешь свое место, стой у порога. Вот что это значит. Да хоть бы даже и в этом смысле. Что ж тут такого? Как? Вы хотите, чтобы я продолжал бывать у него после такого поступка? Да какой же это поступок? Это даже не поступок. Как не поступок? Это генеральская привычка, а не поступок. Они всем говорят «ты». Да, впрочем, почему же этого не позволить заслуженному почтенному человеку? Так это другое дело. Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал... Я бы тогда позволил ему говорить «не ты» и принял бы даже почтительно. Он совсем дурак. А Бормашу позволить, а генералу не позволить. Хорошо. Положим, он вас оскорбил. Зато и вы поквитались с ним, он вам, и вы ему. Ссориться, оставляя личное, собственное, это, извините,
Если уже избрана цель, уж нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюется? Человек всегда плюется, он так уж создан. Да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался. Странный человек этот Чичиков. Какой, однако же, чудак этот Тентетников. Андрей Иванович, я буду с вами говорить, как брат с братом. Вы человек неопытный. Позвольте мне обделать это дело. Я съезжу к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанию людей света. Подлечить перед ним я не намерен, да и вас не могу на это уполномочить. Подлечить я не способен. Провиниться в другом поступке по человечеству могу, но в подлости никогда. Извините, Андрей Иванович, за мое доброе желание. Я не ожидал, чтобы слова мои принимали вы в таком обидном смысле. Я виноват. Простите. Нет, я... Я не думал вас оскорбить, не думал. Клянусь, ваше доброе участие мне дорого. Но оставим, я... оставим. Нет. Оставим этот разговор. Не будем больше никогда об этом говорить. Ну, в таком случае я так поеду к генералу. Зачем? Засвидетельствовать почтение. Странный человек этот Чичиков. Странный человек этот Тентетников. Я завтра же, Андрей Иванович, к нему и поеду. По-моему, чем скорее засвидетельствовать почтение человеку, тем лучше. На другой день подали Чичикову лошадей, вскочил он в коляску и покатился свидетельствовать почтение генералу. Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога». И как чудно она сама, эта дорога. Ясный день, осенние листья, холодный воздух. Покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, теснее и уютней прижмешься к углу. В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся. Боже, как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога. Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала. А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений.